Султабек Шадиев, я представляю Ташкент, Узбекистан, компания First Developing Group. Ну, на сегодняшний день я хочу сказать, я позитивно и положительно могу поставить как бы шкалу, точку от 10 до 9, что очень много людей заинтересованы в инвестиции в Узбекистан. И для меня это очень, очень положительно, приятно, и для нашей республики мы будем в дальнейшем как бы все это продвигать.